Друзья, всем привет! Счастливцево избавит вас от ненужного поиска и потери драгоценного времени. Водоемы постоянно пополняются сивашской водой, а за счет естественного испарения содержание солей и минералов в нем даже больше, чем в заливе. Именно благодаря такой концентрации плотность воды практически такая же, как и в Мертвом море. Сейчас находимся с вами на одном из таких озер. Концентрация соли в этом озере настолько большая, что люди, не умеющие плавать, с легкостью держатся на поверхности озера. Все эти чудеса природы просто из-за соли, которая очень сильно повышает плотность воды. Интересное ощущение можно испытать, когда лежишь в воде и не тонешь. После таких процедур люди получают массу удовольствия. Также замечено, что царапины и раны заживают намного быстрее. Лечебные свойства соленого озера связаны также с увеличением содержания йода. Но это местные собачки, которые всегда встречают и провожают их. И никогда не остаются без гостинцев. Если вы решили приехать на Арабатскую стрелку и отдохнуть от работы и домашних забот, вам совет: не забудьте посетить это чудо природы. Это озеро вам запомнится на всю жизнь, и вы обязательно захотите вернуться и испытать эти ощущения снова. Не стоит плавать в озере с утра до вечера. Можно по 10-15 минут сеансы и раза три за все время пребывания на озере. Так что, а сейчас мы с вами подойдем к раздевалке. Я вам покажу раздевалку. Она намного шире, чем на горячем источнике. Очень много места. Вот сейчас я зайду и покажу вам. Есть вешалки. Две, по-моему. Да, две вешалки. Так что... Вот здесь, когда все работает, продают лечебные грязи, соль, розовую соль. Всем всего доброго, друзья. Приезжайте, как появится у вас возможность. Всем пока.